То, чтобы человек отделил, снимать. Я себе не хочу закрыть, для 10 тысяч закрыть наконец-то. Че это у меня на 6 косарей меньше, чем у Сосуна? Что это такое взял на 6 косарей? Я ничего не брал. А я что такое взял? Не помню тебя. Щит? За 2000 брал. Там, короче, там есть информация, смотрите, ребята, там есть информация ЕПП, и там, короче, смотрите список, кто что не брал и кто куда ушел, что. Все, все готовы, запускаю. В DC, да? Не, не в DC, а нажимаешь аддон, знаешь, ЕПП, есть аддон. Не, нету. Я тебе потом аддон скину, и все, посмотришь. Да мне не нравится, когда я за рыцарь собираю, начинается хуйня какая-то. У меня есть аддон ЕПГП, но я его отключил. Не знаю, у меня стоит аддон, он ничем не мешает. Так, вы здесь, прямо около ворот будете его танчить? Да. Бля, я шмот быстрее. Макс, мне с ним кольцо упало. Легендарно. Где-то с локалки. Слушай, я первый начну танчить квадрат условно, а крест второй будет танчить. Соответственно, на пол и квадрат. Пожалуйста, не тупите, в огне не стойте, сноубольте сразу под лосом заносите. Вся стандартная хуйня. Кстати, вы не дали минус ЕП парню, кто со сноубольтом стоял, остался. Это кто? А какой-то хан там был какой-то. Бля, мне стан дали, сука, мне стан дали. Огонь. Куда вперед прыгаешь, ёбаный в рот, что вы делаете, блядь? Да я с огня. Так куда ты вперед прыгаешь, нахуй? Сзади бежишь ли в бок, нахуй, я не знаю. Это идем, босс. Дай БР по скрибиде, только в сторону ты иди. В сторону ты иди, дай БР. Забери босса. Огонь, рейбул опять. Сноубольт, рейбул, под босса. Под босса зайди. Блять, внутрь босса, Ваня! Кто с вами не так? Там лужа под боссом. Где там лужа? Лужа не вижу. Сзади лужа. Лежок. Ну то сзади, а не под боссом. Скрибиди, лужа, забафайте скрибиди. Что за пиздец? Так, короче, соберитесь, пожалуйста. Не тупите, быстрее сливайте, короче. Меньше флуда, блять, больше исполнения. Сейчас бы, блядь, на первом боссе снимаю. Я кислоту? А, да, блядь, ты кислоту. Хант, под босса. Прям внутрь босса зайди. Боже, поставьте, пожалуйста, фреймы себе над башкой уже. Два сноубольта под боссом у нас сейчас. Сливайте максимально быстро. Все, Хант может выйти. Все, вдох, выдох, спокойно играем, короче. Так, что-то танчивай, с меня слетели. Сейчас главное не сорвите. Сейчас на пути. Тотемы поставь. Все ближе к луне стойте, и там будут вас размораживать. Сейчас появляется босс, то бишь сразу на пол и все в пете, то бишь пресс. Играем по... Блядь, неудобно, пиздец, по черепу. Уже пропнул, хорошо. В тебя прям. Там сил природы там поставил, меня плюнул, хорошо. Сейчас рот еще на рота будет. Или закрывает рот. Можно убили. Размораживай, я забыл. Иду. Все, оранжу набрали, большим полукругом стали, пуще не стоите. Милики после каждого сбрасывания, босса не подходите до тех пор, пока не плюнет. Все. Короче, танчу. Или едва я потанчу. Да все. Так, Харенц, вы этого жену. Ну а я потанчу. Бля, слушай, блокерного вара очень хилит. Че? Блокерного вара хилит даже пить очень хорошо. Не блокер. Саш, не ставит тотем на лёд. Смотрите, привок. Смотрите, аккуратно. Бойчик, хорошо. Нихуясь, читер. Красава. Это скрипты, пацаны. Так глыба.
Нет, ты видел, как он глыбу прожал? Ну, прям, блядь, давай, 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 Лёва, я первый возьму, подержу блокер. Ну, полблока. Отдайте, отдайте иннер, пожалуйста, друида. Я дал иннер, короче, Петя. МТшит у нас крест, идем все в луну, ой, не в луну, все в трусы пиздуем. Сейчас, в трусы, в трусы. Все в трусы, короче, туда. Да, меня тут, блядь, переставлю, вот. Трусы, Ром, вот, короче, вот этот столб, нахуй, на ваш. МТшит, крест. Стой сзади, ДЦ прохиливай, сзади, стой за боссом. Не надо ничего, блядь, сзади не стоять, нахуй, все стоят там, в одном месте. Окей. Ну, скажешь, как, пошибает меня или нет? Все в ром, блядь, все в ром, нахуй. Тренируйтесь сразу же, блядь, под ИВК 25, нахуй. Парирование. Эх. Что делать? Бежали. Право-лево. Метод, нахуй. Все, бурстанули, нахуй. ПС-ку там по-малому забрасываю, пока да. Агро, агро. На мне агро, на мне агро. На Пете меня отображает, нет? Теперь на Пете. А ты это, сильно не думаешь, потому что вар минус на эльф агро не генерит. Ближе к хамбу, в стену упритесь, РДшник. Нет, мне копья пришлось отдать, сейчас копья вибрится. Все, теперь в хромбром быстрее. Я отошел в другую сторону. Отметок, право-лево побежали. Нормально, Петя, я даже не прошибаю. Чё с моим уроном? Чем? Его нету. Да потому что нету 20% мили хаста. Чё? Ощутимая просадка, это чё? Женя, ставь для мили хаста. Так, это РДДшники одни. РДДшники больше дают. Так. Лево, право, смерть. И хилам хорошо, и РДДшников хорошо. Ой, я вон. Мать погоны ебаная. Все чудовища повержены. Короче, блять, надо баллон. Запускаем? Да, да, да. Петя в ДД. Великий чернокнижник Вилфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Я сейчас на арку включу. А был? Ну сейчас точно будет. Ай, подождите. Мне кажется, или еще Анда Ханту Сурвем вообще без мили бафов. Так-то, да. Я вам тотем ставлю. Смотри, какой посыл. Хотел атаки. Спасибо. А, еще и ДК. Не, ну хотя бы такой тотем, хотя бы. Что-то я вообще не заметил. Я думал, почти все бафы собрали. Можно, конечно, знаешь, как сделать, что, чтобы выдать пустую. Ну, ну, я именно про это и говорил, что ДКшка здесь бы заебись смотрелся. Их да на бафы. Урон есть, бойчик, бафка дамажит с хантом. А так бы у вас и хант дамажит. Мелихаст, надо мелихаст. Там 5%, блядь, для РДшника ничего не зарешаем, блядь. Нифига, что ничего не решаем. Нет, решает, я, бля, тоже хил. Да, Андрей, ну, слышь эти книги. Ну, не слышать, не знаю. Мы сейчас сорву, блядь, и сдохну, нахуй. 5 минут, спасибо. Блядь, если у вас не хватит ДПС на нуба, блядь, и... С вашим, блядь, хастой ебаной. Варс, так и раскол, пожалуйста, а? 3 секунды ворота приготовились, свечится. Свечнулись ворота. Просил Вара, Смокова. Моба уезжаем, скриди побежал. Стаки.
помочь. Муркул опять проходили. На нём ещё. Ясно. Рыбу побежал. Сейчас приготовьтесь, будет пенек. Скрипти профил. Сейчас будет стаки. Стаки сразу все снимают. Стаки сразу сняли. Пенек свишнулись. Инфернал потом сразу снимаем. Бурсты все отдайте полностью. Массейв отдай. Мастер на огонь отдай. Просил Скрипти. У пола принесу и побежал. Ты просил. Ты где побежал? Босса добиваем, босса добиваем, босса добиваем. Петя, с танка спекайся, с отсунной фила спекайся. Запускаю? Да, запускаю. Че, можно в ШП? Или в три хила просто. Шипа спекайся, может только поружить. Пуржить, диспелить, да, самое, там вот, который вар, который девочка, а если ты планишь просто бить, то ты их обговори, а так не жаркся, надо помогать КЦ сбивать. Во-первых, ее не задачу, блин, во-вторых, да, на будущее помогает батька. Задача? Не знаешь, что надо делать? Во имя вашего короля! Ну, типа, ты видишь, что ты все не знаешь. Ты, вот, если бы изначально предложил бы сюда, вот ты сбивай каскетов, ну, наверное, может, она и сбивала бы. Ну, мне никто не говорил, Андрей, я сбивал же. Да, Жень, ну все, успокойся. Так, что у них тут? ДК плюс... А, это хам. Короче, Петя с левой стороны заходит, мы заходим с правой стороны, то бишь, соответственно, мы где-то вот крест, квадрат, идем так, череп, блядь, ебаный, череп. Звезда. За собой там никого нету, что-то никого не вижу. Нет, никого. Ну, США по факту очень изи, типа. Да? Да. Главное мне не уехать, постараюсь. Так, Татем, скажи. Короче, смотрите, стрим потратить, типа, стрим потратить, смотри, Войт, твоя задача сейчас с Петя пули, ты начинаешь сразу подсиливать нас и, типа, можешь мазиспадать, чтобы они загрелись на нас. Потом, короче, когда они к нам подойдут, условно, не знаю, любая метка, типа, приоритет сливать, конечно, череп, если он подойдет к нам. Если нет, сливаем звезду. Типа, кто с них ближе подойдет, того и сливаем. Хан там останется 100%, к нам он не пойдет. Теперь по контролям, короче, смотрите, ориентируемся. Макс, типа, также достаешь суку, посылаешь на того, кто останется там дальше. Условно, если мы бьем череп, значит, посылаешь на звездочку. И, соответственно, наоборот. Также подконтролишь. Второй по контролю буду я, наверное. Я буду подконтроливать либо звезду, либо череп. Рейбул, ты тоже будешь, если что, контролировать. Ты замедляющий траву по КТ, под рейты. Потом бойчик, ты, если что, тоже забрасывай контроль в дальнего. Если хан сорвется, придет к нам, то бишь, Влад, твой приоритет будет по хантозу сдать сперва контроль. Все. Это Андрюх, я там кинул тотемом Петя. Окей. Перекинем. Полностью. Давайте все в квадрат, пожалуйста. Войт. Закинь меня к шаману, чтобы ты там очищение снимал болечку. А,
Сейчас. Хотя шасси здесь, да. Я закину. Что там, вар есть? Да похуй вообще. Все, короче, дает ИБМ пул, смотрите, Петя пуляет, его, и ты начинаешь подсиливать, либо нас мало здесь пол за косой, чтобы к нам кто-то побежал. Все, дает ИБМ пул. Если никто к нам не побежит, значит идем, блядь, с лютыми мордами и хуярим. Бля, на меня опять бегут. Бабло же, нажми бабло. Все, пошли, короче, пошли хуярить. Ебашим череп. Череп играем с его контролем. Не дайте убить меня, короче, это паладина. Играем все в череп. Петя, не подходи с ДК-шки там. Ну, блядь, бабка, убегай. Ну, стань, короче. Я хотел... Дай трапу под рейд, трап под рейд, играйте в череп. Где руздал, хорошо, типа. Контролим этот. Контролим сову. Почему сова не законтролена, блядь? Алло. Сова вихрестая. Сову продлите, череп играйте. ДК рядом. ДК контроль. Побегайте, блядь, по трапе. Все в трапу сдвигайте, за кем бегаете. Я ему акову буду кидать. Ну, подрезывать сухожилие, чтобы он не бегал быстро. За кем бежит милик, все, блядь, трапу встали, нахуй. Не было у вас вообще рядом. Ребята, дайте мат-эфир. Кто-нибудь, вары, блядь, там. Сову продлю. Кому массу? В кого дать? Давайте, во всех этом. Быстрее, все, в контакт играли. В крест играли. Массу фюры, я не знаю, точечные фюры в крест давать. Чтоб он не кастовал, нахуй, никакой, а в рыбу не звал. Рыбов, тебя бьют, прыгай. Пока, беги. Павка, беги. Все, у меня на сову деминишн. Сову продлите чем-нибудь, похуй чем. Массу фюры сдайте, сову подойдите в упор, не знаю. Стан дайте себе, блядь, поебать, чтоб не кастовал. Айбул, возьми медведя, прыгни нахуй, хорош. Хорош, красавчик. Ну, я тоже медведя. Прожралась. Дальше крест играйте. Дай по кресту, чтоб он не кастовал нахуй. Все, играем звездочку. Все звездочку играйте. Луну кайте, затем луна, блядь, сразу на трап. Ренессанс. Я луну вихрь кидаю. Хорошо. Они ману выжигают? Ну, ДЦ выжигает ману. Ну, типа печенька выжигает ману. А, я еще бобяра массакру забыл отдать. Все, полный играем. Все, остальные контроли там приоритет по печеньке сдавайте. Играем тупо луну. Пошел нахуй! На ДК, еще вот говно. Статки просил не ставить взрывную ловушку по всех. А это выстрел его ставит. Да. Да, ребят, там что не делаешь там. Ладно, похуй, убили, все, на этом хорошо. Мы еще не убили, погоди. Мы уже убили. Сейчас здесь комбля будет еще давай. Ну это сразу это, ДП минус 1000 нахуй уже, мне будет 10 тысяч. Админа мы. За чернословие нахуй. Это за классно. Работать мне максимальный запас маны выключен. Другим что ж? Я дальше в хиле могу пойти. Да, давай. Типа у нас все равно больше кастеров и на миликов тут бафов нету, бой больше даст. Ну, конечно, нет. Че? Плюс Женя ласта с хапалом, я так понял, комфортнее хилить. Можно, конечно... А, ну, я не знаю, там тайминги здесь. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целые. Кто еще, кроме... Запускаю. Блядь, ну ты можешь, окей, ты пойдешь хапали, но если я говорю, блядь, мы умрем от нехватки ДПС, и, ну, типа, на этом... Я вас кончу. Жуткие
В нас? Садите к воротам. Ну кому че, кто че желает, мне похуй, типа. Там тупо в дикие надо. Петя, в танка вышла из серой, либо так, или я, короче, в медведя. Ну, блин. Хант еще хуже, блин. Пиздец. Вот минус 50 на 50, блядь. Блядь, ну что, лови. Чем? Кого? Чем ловить? Фуриком? Тихо, блядь, ловите, ну, короче, зачем вы, блядь, начинаете? Андрюх, зачем тебя фурика ловить? А ты уже передел шмот или что? Конечно. Я в ахуе, пиздец, ну, блядь. Как, блядь, можно, нахуй? Ну вы издеваетесь или чё? Я в ахуе, блядь. Ну и Хант, или кто это запулил, блядь? Хант стоял там, блядь, возле белого дальнего портала. Пиздец, вы ебанутые. Ну ты, Хант, ты понимаешь, что ты ну, натворил? Все, можно расходиться. На самом деле, я не вижу больше смысла идти дальше. Да нет, там пуха падает нормально. Да пох, нет, пух. Блядь, я не понимаю, блядь, почему вы такие, сука, невнимательные, ну, типа, ну, я не понимаю, ну, там пиздец, зари жопа, нахуй. Сука, надо каждого за руку водить, это пиздец какой-то. Я шо заплащем, блядь. Такая же хуйня, поэтому, блядь, ро нахуй, пиздец. Какой ро, два босса, осталось 400. Да нахуй надо, блядь, серьезно, блядь. Я бы за такой вообще минус не погибанул, блин, серьезно, блядь, уже бред. Нахуй потеть стараться, чтобы потом просто, блядь. Ну, не знаю, у меня других слов нету, я не знаю, что сказать. Я сгорел, у меня жопа сгорела, смысла хуй сосить нет, и потому что, ну, в этом вообще не будет нет смысла. Изначально зачем запускать, если люди ебланят стоят? Блять, там кто-то пошел, сказал, я запускаю нахуй, блять, в Дискорде было сказано, я запускаю босса, блять. А если он ссать пошел, блять, видишь, он стоит у ворот, я говорю у ворот, он АФК, наверное, был нахуй, пришел, босс запустился, вайп нахуй. Хант долбоеб, и запускать не надо нахуй. Во-первых, он не АФК был, начнем с этого. Значит, он долбоеб нахуй. А во-вторых, просто так АФК, блять, на РТ никто не уходит никуда, блядь. Это предупреждают обычно, нахуй. Если кто-то, блядь, куда-то уходит, то, блядь, это ваша проблема. Короче, ладно, не уже поебать все. Самое лучшее на будущее, блядь, чтобы такого не было, это запускать тогда, когда все здесь уже сидят, нахуй. Рыба. Да нет, на будущее ебашить по минус 10к, как говорили, нахуй, и не будут, блядь, вот таких ну, флагов. Ну это уже к РЛ, МГМ вопрос. Да, за десятку вроде нет ЕП. Поебать, да, нахуй, да. Просто снятие есть в любой момент, нахуй, все. Ну вон, к определённо обращайся. Ну я бы не запускал босса, просто он быстро запускается. Так, отпускать, добежала, тут сразу же сюда отбежала. Короче, давайте без всяких отговорок. Проебался Хан, все, тут некого чего говорить. Запустили, не запустили, типа, бред нахуй, лютый. Вот именно, всегда бы запускали, отбегали, запускали. А Хан мало чей, завод говорит. Не знаю, мне все равно там говорит, я вообще по факту. Все, я готов, давайте. Сапрот я выпил все, да. Петя, то? Да. Да я интерфейс. Навара на пулю. Надо Эббер послать сюда. Белый возьми себе сам.
Белую? Все, бить. Ты можешь бить белый, похуй вообще. Потому что ты не умел. Раз бить тебе. Перевожу. Ой, блядь, я ебан, я уже сам тут плюс, я уже мне ничего не хочется, вот честно. Проще обратно пошли, блин. Бал. Ну потому что уже жопа сгорела, вообще нихуя не думаю, вот честно. Я согласен полностью. Короче, просили тебя прожмусь Берн, ладно. Или не просили. Ладно, 3 секунды фаза приготовьте, смотрите на. Дальше бьем темный. Короче, кто под белый, приготовьтесь прожиматься. Петя, приготовься прожаться, прожимайтесь. Сменили цвет, взяли белый. Бьем ромб. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки пледи. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Власти, все знают, тебе надо кому-нибудь что-то рассказать, нахуй. Дома. Нахуй. Души твоих павших чемпионов. Алло. Будут принадлежать Фей. Мне, Форд. Знаем. Зеленая хиль, красная бей, блядь, все нахуй. Ха-ха, Хантл умер, а чё? Хождение по воде, наверное? От чувства вины, он... Савен, надо рассказать. Забавно, блядь. Как он умер, блядь? А там, Женя, ты ему, блядь, хождение по воде дал или чё? Тебя одна рыба, Жень. Забафайте Ханта.
Короче, под боссом собьет у нас сферу, я не знаю, как он, блядь. Кто мне сейчас все это мажор? Ваня, ты сбиваешь, короче. Дальнюю собьет у нас Либеди. Короче, напоминаю, ребята, типа, босса вводим. Рейбул, будешь уводить босса, типа, такой на РНЖ, смотри. Типа, вот. Где-то тут, блядь, короче, условно босса и там, ты на такой РНЖ прыгаешь медведя или жмешь там. Не в упорку, блядь, боссу, а на РНЖ. И бежишь. Сопровождают, и напоминаю, сову у нас, если Женя, ты тоже сопровождаешь. Либо Сацуна ты сопровождай там. Нет, ты Бо будешь давать первый. Смотри, сферы одну, два, бля, просто. Одну сферу тут. Вторая где-то сфера там, блядь. Ну, пускай будет так. Третья сфера тут. Ты сбиваешь первого босса и дальше и пулишь босса. Ну, стоп, короче. Старфол убери с панели, плюс Женя дальнюю луну собьет Женю. Готовность. Андрей, я спрашивал, а кого я сопровождаю? Кто... Рейбула сопровождаешь, когда он будет забирать босса на переход. Понял, хорошо. Макс, ты тут, Бойчик, Синанс. У меня пропало сразу табличка. Да, я тут. Макс, ты тут? Баффет. Да. Ресонанс, ты готов? Ты готов, да? Там лока нету. Андрюх, плюс-минус его в районе Луны туда вести, к входу, к выходу? Да, а, да, только на лужу не веди, все, в любую сторону, похуй, было. Есть. Еще раз чек на пол, блядь. Всем, все готовы. Скибиди. Давидом пул приехать. Дальнего шаг лишь по стандарту. Только недалеко шаг, потому что нет, нету грипа, ничего, что просто ударить и забрать. Андрей, на лужу. Я загрузил. Милик и побосы, разрешник помогу. Второго сюда давай. Блять. У меня там, когда я заморожен, блядь. Пизда, он закопался, да? Да, закопался. Вы, блядь, можете на лужу зайти, если на вас моб сарился. Я не понимаю, что сложного нахуй. Сейчас двоих контролишь. Двоих. Одного за контроль, второго, короче, этого. Ферни, ферни второго. Ферни, сейчас моб выкупается один нахуй. Ну забери моба, таунт, Влад, алло. Это опять тринка, блять, она пропнула, он отводил, отводил. Влад, медведь, отводи босса. Пизда нахуй, что происходит, вы что, ебанутые или что, совсем, ну типа, я не буду, блять, просто говорить точечно, нахуй. Я просто буду провеселивать. Что за пиздец происходит, нахуй? Моба убивайте, моба убивайте. Взрывай под нами лужу. Поебать вообще. На дальнюю перебежать, кто там следующий. Моба, ферни, 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 моба, что ли закопался, блядь. Не стойте перед лучами, не стойте перед... Заходи, нету боба, заходи, нету боба. Да у меня тапки. А, я понял. Я не вижу. 53% у босса, это пиздец. Берни, вара, барни, вара, барни, на лужу, заходи. Мог сферу пусти, сферу пусти, сферу пусти. Я бегу, но... Любую сферу пустите, ёбаный в рот. Она опускается уже. Моба добивай, прилетят все по трэшу сырали, все по трэшу сырали, все нахуй по трэшу полностью. Череп и второго за контроль, второго за контроль, сверни второго, блядь, прям под боссом стоит, короче. Не уешьте, не уешьте, блядь. Моба, все по мобам играйте, все по мобам. 7 секунд бэришь вары мне. Скажешь, когда. Его удар сбил. Ресы? Да, ресы, 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 все по боссу играй.
Не моба добивайте, сейчас вторые моба выйдут, добивайте. Убивайте моба и два контроля моба, и побол сырать. И забафайте вары обязательно, побол сырать. Сейчас два моба выходят, короче, одного контролька 100%, даже два моба контролика. Я право ферну. Далеко шахты, далеко все. Зеру давай. Просил Рейбул, Рейбул, кожу прожми, ресинал, стрелки прожми, не знаю. Я понял. Сейчас там БР вставай нахуй, вставай сразу и хуя. Мог, обнови, фир обнови. Хорошо. Вышли. Стоп сил, просто добивайте босса, стан, добивайте босса. Мастан. 100 000, добивайте босса, блядь. Сука, блядь, это пиздец, нахуй. О, щит упал. Максимально через жопу. А, ужас, просто ужас. А резнуть можно? Спасибо. Я резну. Че, к сундуку подходим, да? Да. Вдруг сейчас плачу, пойдем. Надеюсь. Ну, Надежда Павловна. Это хера трофеев. Ножик. Ёбаный ножик. А, фигня. Вот здесь, это танковский ножик? Нет, это интовской. Трофеи кому-то надо, сразу присоедините, я сразу еще 4 отдам, думаю. Андрей, забери на Airdru, отдай. Ну да, я у нас будет Airdru делать, забирай просто. Я тут сову не могу довести до ума. Ну, у тебя будет уже 4.